исполняемым произведением. Хоакин Родриго – это испанский композитор 20 века. Сочинил известнейший аранхуэсский концерт для гитары с оркестром. А другим любимым инструментом композитора было фортепиано. И среди многочисленных фортепианных произведений присутствует и произведение для фортепиано в четыре руки. Автор писал их, начиная с юности. Первое произведение написано в 1928 году. Это пять детских пьес. Композитор нередко посвящал свои четырехручные произведения детям, в частности, своим детям и внукам. Сонатина, которую мы исполним, написана в 1977 году. На самом деле это больше сюита, чем сонатина, и состоит она из четырех частей. Первая часть – день начинается. Вторая часть – радостные перипетии. Третья – сосредоточенность. И четвертая часть – возвращение из школы.